Снаряды кассетные армии России 3013, А9-2, взрывчатка гексоген. Внутри суббоеприпасы 0,16. А9-2 это снаряжение гексоген, взрывчатка. Кто-то не верит, что это снаряды армии России. Здесь все, ящики, вещи, бронежилеты армии России. Здесь настолько много всего армии России, что когда возникает вопрос, вы нам докажите, что доказать, что 3013 с гексогеном это снаряд армии России. Да, это снаряд армии России. Хорошо видно. Военторг, 42 размер, модель 1. Российская армия приехала воевать со своими тапочками даже. Видим кучу разных лекарств. Причем здесь написано галоперидол. Галоперидол.